Это новости в Приме. Мы продолжаем в студии с гостем. Говорить будем об ипотеке и о том, что банки снизили процентные ставки. И в гостях у нас сегодня Елена Михайлова, начальник отдела по работе с партнерами жилищного кредитования. Все правильно сказал? Да, все верно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Вениаминовна. А вот у меня такой вопрос. Сейчас летом тоже резко снизились ставки по ипотеке. Но вы же знаете наш русский народ, да? То есть снизили, значит, еще будут понижаться. Значит, мы подождем сейчас. Вот вы как специалист можете сказать, стоит ждать дальше или... уже вот сейчас самый момент брать квартиру? Ну, знаете, наверное, так однозначно ответить на этот вопрос, пожалуй, невозможно, потому что вот лично, на мой взгляд, да, так же, как простого обывателя, как клиента, как сотрудника даже банка, все-таки в большей степени люди принимают решение, брать или не брать ипотеку, когда их двигают какие-то их жизненные условия. То есть естественное течение жизни, люди женятся, разводятся, требуются условия свои улучшить, расшириться или еще что-то сделать. Ну, при этом, конечно... На самом деле и существенное влияние оказывают какие-то определенные снижения процентных ставок, какие-то акционные предложения. То есть люди, тем не менее, на это тоже обращают внимание. Ну и, пожалуй, наверное, на мой взгляд, самый важный такой аспект – это когда такое оптимальное сочетание складывается между стоимостью на объекты недвижимости и ставки по ипотеке. То, что мы вот, собственно, сейчас и наблюдаем в текущий момент на рынке, потому что, несмотря на те тенденции, которые были раньше, когда снижались процентные ставки по ипотеке, обязательно начинался там... практически сразу же, да, определенный рост на стоимость квартир. Сейчас этого не наблюдается так сильно. Поэтому я думаю, что стоит брать сейчас и не ждать, на самом деле, тогда, когда... Тем более, если есть квартира твоей мечты, она вот уже, да, сейчас, то конечно, может и не дождаться. И как раз сейчас такие рекордно низкие проценты, 7,4, по-моему, даже где-то достигало. Все, да, ли квартиры можно купить вот по такому выгодному предложению? Да, на самом деле действуют сейчас такие отдельные программы. Программы с застройщиками. На территории Красноярска тоже есть такие программы. 16 застройщиков с нами участвуют. В этом случае просто разницу субсидирования процентной ставки в этом случае уже производит не государство, как это было ранее, а производит банк и застройщик. У данных 16 застройщиков, скажем так, почти все объекты недвижимости, почти все квартиры, это уже в большей степени на усмотрение застройщика, можно купить по пониженным ставкам. Единственное, есть существенное такое еще отличие, да, срок кредитования на покупку таких объектов недвижимости не более 7 лет. Ого! Mm-hmm. А вот это вообще реально? Потому что обычная ипотека 15 и где-то около этого плюс-минус 5 лет, а 7 лет совсем как-то мало. Знаете, абсолютно реально, на самом деле, потому что все эти данные подкреплены нашей статистикой. Мы, конечно же, смотрим, анализируем. Ну и неспроста, наверное, такой срок был выбран, потому что, несмотря на то, что люди берут кредиты на 15 и на 20 лет, средний срок гашения, это все равно это 7-8 лет. Угу. Мы русские, мы торопимся, да, мы стремимся. Скорее бы расквитаться, скорее бы погасить, поэтому, да, и на самом деле практически, ну, во всех банках нет ни штрафа за досрочное погашение, то есть проблем нет. У вас появилась возможность, вы гасите быстрее, и фактически за 7 лет... По статистике. То есть это вполне реальный срок. Да, ипотека гасится. Поэтому... Сказали мы про 7,4%, и все же в конечном итоге от чего зависит ставка? Ну, в данном случае, в принципе, вообще, если говорить о всех ипотечных программах, да, то у разных банков разные подходы. И процентная ставка, она может зависеть и от размера первоначального взноса, и от той категории заемщика, к которой он относится, и от подключения, либо не подключения к страхованию, к программе страхования добровольной жизни здоровья заемщика. Вот про страховки основные, подробнее, наверное. Ну, в банках, как правило, при подключении к программе добровольного страхования жизни и здоровья заемщика процентная ставка снижается на 1 пункт. То есть это условие, скажем так, не обязательное, но на самом деле, конечно, мы с удовольствием рассказываем клиентам и предлагаем эту услугу, потому что в первую очередь застрахована жизнь и здоровье заемщика от большого очень количества рисков, то есть это защита своих близких. Потому что в нашей естественной жизни нам как-то почему-то всегда не хватает денег, а если что-то случится плохое, то их еще больше будет не хватать. Банк тут вот стимулирует. Да. Елена, подскажите, а вот тогда такая приятная очень процентная ставка, а что делать тем людям, которые, вот, например, год назад взяли по другой ставке, или там раньше и ставка была выше 14,5%, например, процентов. Вот хочется же тоже снизить. Есть какая-то возможность для таких вот заемщиков? Да, конечно, есть два, скажем так, разных подхода. То есть можно обратиться за рефинансированием своего ипотечного кредита в другой коммерческий банк. Ну и можно обратиться в свой банк с заявлением, да, о снижении процентной ставки. Например, да, вот, не знаю, из таких из основных условий, которые предлагает наш банк. То есть рефинансирование ипотечного кредита из другого банка предусматривает, что вы переводите задолженность по ипотечному кредиту. Кроме этого, вы можете дополнительно еще...
скажем так, добавить в эту же сумму еще до 5 кредитов, которые у вас есть либо в нашем банке, либо в других банках. Это потребительские автокредиты. И при этом, если достаточно платежеспособности, можно еще до 1 миллиона рублей получить наличными деньгами. Но при этом понятно, что тот объект недвижимости, который переходит в залог нашему банку, понятно, что его оценочной стоимости должно быть достаточно для того, чтобы покрывать весь залог, всю эту сумму. Правильно я поняла, не только клиенты других банков, но если в этом же банке у меня ипотека и снижается ставка, я тоже могу в этом поучаствовать. Да, все верно. И банк тоже пойдет на встречу. Да. Основное условие, которое влияет на самом деле, там будет принято положительное решение, либо вам будет отказ в этом случае, это все-таки кредитная история. То, как вы гасили данный кредит, чтобы не было просроченных задолженностей, ни за весь период, пока вы гасили, ну и на текущий момент тоже. То есть, если вы добросовестный заемщик, то у вас есть шансы снизить свою выплату. Да, вы можете смело рассчитывать, на самом деле. Рынок недвижимости, он все же движется, квартиры дешевеют, да, если мы на первоначальных условиях взяли ипотеку, есть ли потом возможность сделать рефинансирование, вообще выгодно ли это потом осуществлять? Ну да, вот, собственно, как бы об этом и говорили, что основное это именно рефинансирование. Но здесь зависит все от разных условий, на самом деле, под какую процентную ставку вы взяли, сколько у вас остался там платеж гасить. То есть есть, в любом случае, это можно все рассчитать и сравнить. Насколько будет вам выгодно. Ну, в целом, да, обращения есть. И в наш банк с каждым месяцем мы видим за последние 2-3 месяца количество обращений растет. А как-то влияет, например, стоимость квартиры на рефинансирование? Например, покупали мы квартиру, ну, в пик, да, 7 миллионов она стоила. Сейчас раз посмотрели, стоит она, уж не буду, конечно, обманывать, ну, миллион она 2 дешевле. Как-то это может повлиять? Все-таки оценочная стоимость, она уже будет другая. Да, конечно, влияет. Потому что тот остаток задолженности, который из другого коммерческого банка будет переведен в наш, понятно, что залоговая стоимость того объекта недвижимости, который будете переводить, стоимость должна покрывать остаток. То есть те люди, которые взяли ипотеку на самом пике, у них сейчас как раз есть возможность хоть как-то, но снизить свои выплаты. Это радует. Елена Вениаминовна, сейчас хочется поговорить как раз о вот этом процессе оформления ипотеки. Многие думают, что это очень тяжело, да, столько бумаг нести нужно, везде их собирать. Банки как-то идут навстречу, как-то упрощают вот эту самую задачу? Ну, это и так тяжело, не думают. Это и есть тяжело, наверное. Я просто еще ипотеку, честно говоря, не оформил, так рад. Значит, вы в перспективе, вы наш клиент. Потому что, поверьте, настолько этот процесс сейчас становится очень простым. То есть, скажу честно, мне есть чем сравнить. В своем банке я работаю больше 20 лет. И, наверное, больше 15 лет это именно как раз розничный бизнес и кредитование. То есть я отлично помню все, как это начиналось и как это происходит сейчас. Как в какие-то вещи абсолютно даже не веришь, что вот сейчас это так возможно. Например? Например, фактически, допустим, получить ипотечный кредит можно сейчас, не выходя из дома. То есть вы заявку на ипотечный кредит на рассмотрение первичный можете подать через интернет. Получаете одобрение, у вас есть личный кабинет, вы видите сумму, видите контакты менеджера. Если вы самостоятельно себе подбираете объект недвижимости, вы точно так же документы по своей квартире можете загрузить туда. То есть по факту вам сейчас необходимо прийти в банк один раз только на подписание кредитного договора. А вот этот посредник в виде риэлтора, который обычно как раз вот решал вопросы с банками, с сбором документов, он, получается, не нужен уже? Нет, конечно, так говорить мы точно не будем и не стоит, потому что, на самом деле, роль риэлторского сообщества, она очень велика. Потому что очень много различных сложных сделок, связать людей, покупатели, продавцы, предусмотреть все нюансы, потому что бывают очень длительные цепочки. Ну и в любом случае, риэлтор это и психолог, и специалист, и юрист, потому что мы абсолютно все люди заняты, у нас нет столько времени, может быть, даже возможности самим разбираться в этих документах, поэтому, конечно, риэлторы здесь только в помощь. Вот вы начали говорить о времени оформления этой заявки. Как долго это вообще все происходит? Особенно вот для меня, для незнающего, не имеющего практики в этом деле человека, чтобы примерно понимать, долго, недолго, и вообще, что может быть причиной для отказа в оформлении ипотеки? Если говорить о том, что условно, если вы, допустим, клиенты подаете заявку, являетесь как минимум участником зарплатного проекта этого банка, то в этом случае вам достаточно будет только паспорта и заполнить анкету. Рассмотрение заявки первичной, выдача кредита занимает не больше 2 дней. Все, дальше. Как обычный кредит, да? Да, фактически. То есть бывает, если все в идеале, все документы, все в порядке, вы утром направили заявку, вечером можете получить уже решение. И если говорить в дальнейшем, допустим, остальные все этапы тоже от зависимости от полноты и пакета документов по объекту недвижимости, на самом деле.
А про случаи отказывают? Про случаи отказывают. Кому отказывают? Скажите, кому такие отказывают? Частые такой портрет нарисуйте человека, которому отказывают в ипотеке. Студент. Ну, на самом деле, самый большой уровень отказов, это, конечно, плохие кредитные истории, потому что... Даже из предыдущих банков? Конечно. То есть у вас все есть? Да, есть. Все банки взаимодействуют с бюро кредитных историй, на самом деле, куда сливается вся информация. И можно увидеть то, как вы гасили кредит не только в нашем банке, но и в других банках. Mm-hmm. То есть это основная причина. Но и при этом, конечно, и банк обращает внимание на то, как вы платите налоги. Вот в перспективе ждем, да, когда будет добавлена даже информация там, об уплате коммунальных платежей. Mm-hmm. На самом деле в БКИ планируется все это добавить. То есть в первую очередь сейчас влияет очень сильно, конечно, кредитная история. Скажите, ну а все-таки легче оформить заявку и быстрее, я так понимаю, на готовое жилье или на новостройку, например, долевое строительство? Где это все быстрее происходит? Ну, на самом деле, вот первичная, допустим, да, подача заявки на рассмотрение кредита не имеет значения. Вы можете изначально думать о том, что будете покупать новостройку, потом в процессе вы подберете себе готовое жилье и дополнительных каких-то действий, там, снова пересматривать заявку или еще что-то, допустим, нас не требуется. Ну, а охотнее одобряют? На тоже, что? Тоже не имеет значения абсолютно. Потому то есть вторичная или новостройка, не важно? Нет, не важно. Все зависит от вашей платежеспособности, кредитной истории. Ну, то есть даже хрущевку, например, квартиру в старом-старом-старом доме, на нее тоже можно взять ипотеку, и банк тоже пойдет на то, чтобы прокредитовать. Ну, есть обязательные требования, конечно, которые мы смотрим. И срок, скажем так, сколько лет данному объекту. Mm-hmm. И обязательно смотрим, допустим, страхование объекта недвижимости. Да, это обязательное требование банков. И здесь нужно обязательно учесть, будет ли впоследствии этот объект застрахован страховой компанией. Mm-hmm. Поэтому нет. Как бы не все объекты, скажем так, можно купить в ипотеку, потому что банки тоже. Мы смотрим и оцениваем, понимаем свои риски, что... Не, совершенно неликвидное жилье, ну, абсолютно нет интереса брать залог, потому что конечная цель, если вдруг не смогли заемщики платить, и нам придется реализовывать, и мы понимаем, что мы можем не продать такой объект. Вот раз мы заговорили о новостройках, об отношениях застройщика и банка, пожалуй, вопрос, наверное. Есть ли у банков какие-то списки, может быть, недобросовестных застройщиков, да, которые, покупая у них квартиру, гражданин может рисковать, скажем так? Да, конечно, мы очень плотно взаимодействуем с нашими застройщиками, и на самом деле на начальном этапе, во-первых, многие застройщики финансируются в банках. То есть первый совет, скажем так, да, нашим заемщикам, на что обращать внимание, когда они выбирают себе что-то из новостроек, поинтересоваться, каким образом данный застройщик строит. Если он финансируется в банке, то здесь уже определенная гарантия того, что эта стройка точно достроится, существует, потому что банк однозначно отслеживает. На начальном этапе проводит очень глубокую проверку вообще и состояния, и финансовой, и деловой репутации, то есть проверяем застройщиков очень детально. Ну и потом впоследствии, конечно, осуществляется мониторинг. Мы смотрим степень строительства, насколько соответствует тем темпам, которые они заявляли. Ну и кроме того, что финансируются банки, застройщики у банков, значит, даже те, которые не финансируются, они могут вправе обратиться в банки для того, чтобы пройти аккредитацию. В этом случае также, да, анализируется полный пакет и по застройщику, и по самому объекту недвижимости, соблюдение всем требованиям законодательства. 214-й федеральный закон обязательный, мы тоже за этим смотрим. Поэтому определенные списки, кто у нас аккредитован, либо не аккредитован, конечно же, в банке есть, и менеджер обязательно подскажет. А есть какое-то соотношение? Много ли таких компаний, застройщиков? Ну, те, которые не аккредитованы, если вот так условно сказать, в нашем банке, я думаю, это не более там 7-8%, потому что Красноярск исторически всегда славился тем, что 214-й федеральный закон у нас всегда соблюдался, и поэтому, в принципе, в правовом поле все работает. Еще вот относительно рисков. Мы поняли, что для ипотеки обязательно страхование жизни. Не обязательно, но желательно. А что касается страхования самого объекта, то есть саму квартиру, в любом случае, ты страхуешь. Страхуешь тоже через банк. Квартиры обязательно. Это обязательное требование всех банков, потому что данная квартира будет являться единственным обеспечением того, что кредит должен быть возвращен банку. Поэтому, конечно, определенные риски есть, еще и утраты залога. В этом случае страхование объекта, оно обязательное. Немного подытожив вот нашу тему, хочется вернуться, наверное, на начало. Ваше мнение, Елена Вениаминовна, вот сейчас стоит бросаться покупать, пока такие низкие проценты? Или все-таки подождем немножко? Вот лично, на мой взгляд, считаю, что не стоит ждать. Смотрите, в первую очередь, руководствуйтесь своими жизненными целями, своими проблемами, своими вопросами, своей судьбе. Ну и при этом, конечно, какие-то определенные вещи. Там, снижение ставки до 7,4, ну, не знаю, вспомните, когда это было последний раз. То есть
на самом деле, да, очень хорошие оптимальные условия. Ну и как мы поняли, даже сейчас, если, например, у вас было в планах приобретать квартиру, но сейчас нет той самой квартиры, которую вы хотите, в любом случае вы же рассчитываете на какую-то сумму определенную. То есть сейчас можно уже подавать заявку на кредит, вам пока ее рассмотрят, одобрят. В течение какого времени вы должны будете все-таки совершить эту сделку мечты и найти эту квартиру, которую хотите? Ну, после одобрения первичной заявки на кредит, допустим, да, в нашем банке есть 90 календарных дней, в течение которых вы можете себе выбирать объект недвижимости. Но при этом, если вы не выбрали по каким-то причинам, или там, как правило, люди не успевают продать свой объект, ничего страшного, срок действия данной заявки заканчивается, можете подать повторно. Поэтому тут запретов нет, возвращайтесь снова. Я знаю, что в пятницу в Красноярске пройдет ярмарка новостроек. Вот что там будет, и можно ли там что-то присмотреть с низкой процентной ставкой? Да, конечно, на помещение нашего центра ипотечного кредитования, который расположен на Карла Маркса, ну, скажем так, больше его, наверное, жители нашего города знают как «Хамелеон», будет проходить ярмарка новостроек. Мы проводим периодически такое мероприятие с нашими партнерами-застройщиками. Застройщики представляют своих сотрудников со своими стендами, с макетами придут. Ну и, конечно же, да, будут специальные скидки, предложения, ну и в том числе ставка 7,4 у данных застройщиков тоже есть. Поэтому, да, приглашаем всех жителей города Красноярска и гостей наш центр ипотечного кредитования Сбербанка на Карла Маркса. Спасибо большое. Напомню, что в гостях у нас была Елена Михайлова, начальник отдела по работе с партнерами жилищного кредитования. Спасибо большое, но мы с вами увидимся после рекламы.